В Томской области пройдет межрегиональный фестиваль «Технопредки». Организатором выступает детский технопарк «Ванториум». Проект намерен объединить несколько муниципалитетов и региональный центр в уникальное событие. Мероприятие состоится в Томске и трех районах Томской области. Основная площадка фестиваля развернется 27 и 28 октября в областном центре по адресу улица Пушкина, 63/15. В районах открытые мероприятия пройдут 6 октября в селе Каргасок, 8 октября в Калпашеве, 13 октября в рабочем поселке Белый Яр. Участников ждут мастер-классы по инженерным технологиям, семейные хакатоны, выставки, интерактив от предприятий реального сектора экономики, тренинги и квесты. Подробнее узнать о технопредках можно на сайте проекта, посмотреть ролик на странице соцсети ВКонтакте. Проект «Технопредки» реализуется при поддержке администрации Томской области и российского движения детей и молодежи «Движение первых».